поселок Тунгор на острове Сахалин. Всего несколько лет назад в этих местах шумела тайга, а теперь вырастают одна за другой буровые вышки. Среди нефтяников Сахалин-нефти славится бригада, которую возглавляет Петр Григорьевич Мерещенков. Он выступил инициатором скоростных проходок скважин. Коммунисты Сахалина избрали его своим делегатом на 23-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.